Но тут вот в этой задачке можно численно найти просто. Взять да найти в числах. Что-то две трети, что ли, у меня получилось? Что-то примерно так. Ну, то есть, да, вот чтобы сделать эту задачку, нужно найти n. Вот, собственно, я и пишу как раз, значит, как его найти. То есть Вот, нам а мы потом... знаем изменение объема и изменение давления. Мы, в принципе, тут легко найдем. Да. И после, вот после того, как мы находим n, мы просто вот подставляем его в ту Да. формулу. Я просто дальше немножко не понял. Я начал там интегрировать чуть-чуть. То есть, Где? ну вот в этой задачке. То есть я. Не-не, вот если тебе понятно, как найти n, Ну, N то очень легко найти. вот тогда дальше просто ты пишешь Ага. n, вот мы с тобой же его получили через там cv Да. и cp, и просто тут дальше получается n равно и уравнение, как это? Ну давайте, ну быстро у меня две трети тут или одна, или три вторых оно получается тут. Давай сделаем. Так, у нас, значит, что имеется? У нас имеется вот такая вещь. Объем упал у нас в 4 раза, а Ну, давление я возросло в 3. просто беру и подставляю сюда. Значит, в некотором деле был сжат от начального 4 до 1. То есть я пишу 1 слева, 4 справа. Нет, наоборот. Наоборот, 4 в начале Не, не, было. не, не. Слева у меня конечный, справа начальный. 1 слева, 4 справа. При этом давление возросло 8. до 8. То есть 8. здесь я пишу 8 в степени n. Равно 1 1 степени. умножить на 4. А 1 в степени сейчас. 1 степени n. Нет. 4 в степени n. Вот так. Сейчас нет, запутался я уже. 1 в степени n, да, конечно. Нет, pv же v, да, 4 в степени n. И 1, а там 1 степени n. Равно 8. Вот так, да? Нет, нет. 1,4. У нас же объем. Значит, начальный 4, конечный Но 1. это же объем. И Да, он у нас в все. степени n же идет, не давление. То есть вот так, здесь у меня 1 в степени n равно 4 в степени n. начальный объем 1n. ну ладно, вот это будет 10, где 4. Ой, запутался. Вот так, да? Получается. Да. Вот так. Ну, отсюда, соответственно, мы находим, что 4 в степени n равно 8. И n получается 1,5. Три вторых, да. Вот. И дальше мы пишем, что n Ну вот, я это нашел, а дальше что-то вот я думал, как делать, мне непонятно. 3 вторых равняется c. То есть вот эту форму куда, которую мы вывели. Да, минус. Там у нас этот гелий, одноатомный газ, 5 вторых R на C минус 3 вторых R, по-моему, да, там? Ага, CV это 5 вторых R, да, ведь мы узнаем. Нет, CP 5 вторых у гелия, а CV 3 вторых. А, ну потому что там еще минус R, да. А 3 вторых R. Вот отсюда мы находимся. Вон оно что. Все понял. Такая простая задача. Я что-то думал. А я вот типа как бы этот n нашел и похоже начал вот то, что вот мы до этого с интегрированием делали, я начал просто оттуда выводить. Не, тут все просто. Вот, значит, что у нас там получается? Давай сверим с ответом. 3 вторых c минус 9 четвертых r равняется c минус 5 вторых r, c пополам равняется 9 четвертых минус 10 четвертых минус r на 4. c равняется минус r пополам, по-моему, так. Сейчас посмотрим. 1,40.